Друзья, всем привет! Сегодня будем делать крем против морщин, который буквально за неделю разгладит самую плохую кожу. И вот увидите сами, как это делается просто, и рецепт действительно волшебный. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик, уведомлять о выходе новых видео. Нам понадобится миндальное масло, один желток, морская соль, ромашка, из нее будем делать отвар, хороший мед, и также понадобится косметический вазелин, который продается в аптеке. Берем одну столовую ложку травы цветков ромашки, добавляю туда полстакана воды и ставлю на огонь кипятить примерно 15 минут. Беру чайную ложку морской пищевой соли, понадобится один желток. Две чайные ложки миндального масла. Миндальное масло можно легко купить в любой аптеке. Пол чайной ложки хорошего меда. И две чайные ложки вазелина. Процеживаю ромашку. Я почему взяла ее так много, она мне нужна для других целей. Можно взять поменьше. А в этом рецепте нам понадобится всего 2 чайные ложки. Добавляем крему 2 чайные ложки ромашки. Все тщательно перемешиваем, чтобы была однородная масса. Не очень удобно размешивать ложкой, поэтому лучше взять венчик. Теперь нужно взять какую-то баночку и перелить туда крем. Переместить, скажем так. Крем прекрасно хранится в холодильнике. Легкими массажными движениями я наношу на кожу. Через минут 30 остатки смываю ватным тампоном, смоченным в тонике или минеральной воде. И я вам очень советую, если вы с уважением относитесь к своей коже, крем вам очень должен понравиться. И на заметку я хотела вам сказать, что впитывается долго, больше часа, поэтому я пользуюсь за 2 часа до сна. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Напишите, пожалуйста, пользовались ли вы таким кремом или у вас есть свой любимый крем. Буду очень рада. Всем пока-пока.